уже третья ярмарка стартапов от платформы Jewish Smart Community. Это место, где любой человек может реализовать свои идеи, получить то, чего он хочет в своей жизни. Сегодня 17 проектов. Проекты абсолютно разные. Это бизнес-проекты, это социальные проекты и проекты на развитие города. На нашей ярмарке будет 4 спикера. Они будут рассказывать актуальные темы для развития стартапов. Победитель получит грант на реализацию своего проекта. Просто море активных, скажем так, людей, горящий глаз. Люди подходили, спрашивали, интересовались. И это было просто очень-очень здорово. Эти эмоции даже как-то очень трудно передать. И вот даже подходя к другим столам, знаете, тоже вот что-либо спрашивая, люди настолько отзывчивые, открытые, они так все рассказывали. Я прям, мне так понравилось. Стартапы очень интересные, мы набрали кучу визиток, некоторые даже понравились настолько, что хотим в них сами поучаствовать. Все очень интересно, нам очень нравится. И мне нравится развитие молодых людей, именно их идея преодоления пропасти между успешными людьми, состоявшимися, и людьми, которые только-только начинают свой путь. Радость, какие-то необычные эмоции, новые. Я очень рад, что что-то меняется у нас в стране, и есть люди, которые что-то хотят делать, а не просто сидеть дома и смотреть телевизор.